Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карольсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Отречение Петра. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и смотревшись на него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени. Еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил, он запел пету. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Текст по книге «Библия в иллюстрациях. Гравюры на дереве» Юлиуса Шнор фон Карольсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Пока, пока, до свидания.